на диване и думаю про деньги, которые дашь ты мне в долг, и которые дашь ты мне в долг. Я люблю свой дом, но люблю. Чеш деньги, которые дашь ты мне в долг, и которые дашь ты мне в долг. Я люблю телефонный звонок, но мне лень звонить тебе, попросить эти деньги, которые дашь ты мне в долг. Жила старуха, которая дружила со второй женой Есенина. Старуха до сих пор не знает, что Есенин великий поэт, что в тот день, когда она познакомилась с Есениным, он написал: «Не жалею, не зову, не плачу». Она с усилием морщится и сухо говорит чужим голосом: «Я совсем не помню, чтобы Зинка еще до их развода что-то говорила мне про него».